Парни, всем здорово, Саныч на связи, я вас всех очень рад приветствовать у себя на канале. Сегодня хочу развеять некоторые сомнения, некоторые тучки над одним тезисом моим. Вот я часто в роликах говорю, мне пишут, точнее в личку, мужчины пишут, ну по крайней мере под мужскими никами. Саныч, да как ты какой ты вообще подлец и подонок? Ты в своих роликах говоришь, что ты пользуешь женщин в своих корыстных каких-то похотливых целях. Меня просто воротит от тебя. Как ты можешь это делать? Да, ты похотливая кобелина. Ну, скорее всего, это женщина, как бы пишут. Да, ну, может быть и женская прошивка у мужчины. Ну, неважно, как бы, да. Суть ясна. Ребята, ответьте мне на такой вопрос. Что для человека естественнее? Чихнуть или удариться башкой об стену? Ну, естественно, конечно же, будет естественнее, точнее, будет чихнуть, да, как бы это заложено в человеке, там, если там на слизистой собирается какая-то пыль, там какая-то хренотень, в общем, да, он чихает, очищает таким образом себе слизистую, да. Удариться головой о стену – это процесс противоестественный для человека, то есть это какие-то увечья он получит, физические повреждения, но это уже больше к нездоровой психике относится, да, то же самое и здесь. Возьмите, допустим, обычный половой акт между мужчиной и женщиной, и когда мужчина покупает женщине, ну, допустим, квартиру или машину, там, или, ну, допускай, что-нибудь поменьше, там, колечко золотое, да, что здесь будет более естественно, скажите мне, пожалуйста. Я думаю, что половой акт, потому что это в человеке, не только в мужчине, я подчеркиваю, а и в мужчине, и в женщине, это заложено природой. Кроме того, что они удовольствие оба получают, я сейчас не беру в расчет фригидных там женщин, либо фригидных мужчин, которые, в принципе, они этим не интересуются, им это не нравится, это, да, заниматься любовью просто. Им это противно, либо же просто без каких-либо эмоций. Да. Нормальные мужчины и женщины, они получают удовольствие, да, плюс они еще и делают эмоциональную разгрузку, да, и для здоровья это реально полезно. У мужчин нет застоя семени, у женщин тоже какие-то процессы происходят, потому что там... Все, ну, не буду вдаваться в подробности, я их не знаю, как бы, но полезно. Даже есть такое выражение, да, для здоровья позаниматься любовью, так скажем, да. Либо же, когда мужчина там, да, в принципе, даже мужчина, пускай женщина, мужчине покупает там какие-то там, не знаю, там, ништяки финансовые, да, и в обратную сторону, как бы, мужчина женщине, что естественнее? И вы мне после этого заявляете, что я какие-то страшные вещи творю. Ребята, я под дулом пистолета в кровать никого не тащу. Все делается добровольно. Она получает удовольствие, я ей доставляю удовольствие. Она мне доставляет удовольствие. Это же прекрасно, это великолепно. Мы просто пользуемся тем, что нам дала природа. И все. И не нужно нести вот этот маран, что я кого-то там в каких-то своих корыстных целях. Это как будто, знаете, она вот никогда не собиралась заниматься сексом вообще в жизни, да, а я ее к этому просто вот подвел, да, и не оставил ей никакого выбора, просто затащил в постель и нагло и цинично ею воспользовался. Ну что за бред, ребята, ну что за бред? Это я обращаюсь к тем людям, которые пишут мне тут хренотень в личку. Вот, а молодые парни нашего канала, и не молодые, и пожилые, там, и чуть постарше возраста, я надеюсь, что вы меня прекрасно понимаете, а по комментариям я это вижу, что вы знаете, что женщин нужно использовать по прямому природному назначению, а они для этого созданы, так же, как и женщины используют мужчины в том же векторе. И это нормально, и прекрасно, и великолепно. Только не забывайте предохраняться. Это главное, ребята. Вот, в принципе, все. Кому понравилось, ставьте лайк. Всем пока, всем удачи.